Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Макс. А что, еще никого из ребят нет? Я что, первый, что ли? Здравствуй, здравствуй. Да, ты сегодня первый. Просто сегодня сильная метель у нас в городе. И весь город встал в пробки. А ты, наверное, живешь недалеко. Да, через дорогу от детского садика мы пешочком дошли. Я даже успел упасть в снег и сделать снежного ангела. Вот так. Ой, только так как никого нет, мне даже не с кем поиграть. Надо было выйти попозже тогда. Ничего, не волнуйся, сейчас все подойдут. А ты пока можешь мне рассказать, что ты делал дома на выходных, чем занимался? На выходных мы с мамой и папой украшали квартиру к Новому году. Мы гирлянды повесили, мы их сами, кстати, сделали из цветной бумаги. А еще поставили елочку и украсили ее. Ух ты, как интересно, молодцы, да, Новый год совсем скоро уже. Всем здравствуйте, а где елочка, где елочку поставили, покажите, а почему без меня? Да нет, в детском садике ничего не поставили. У меня, говорю, дома елочка уже стоит, я рассказываю. Я уж думала, без меня тут елку поставили и нарядили. Кстати, Катя, Макс, а когда мы будем елку ставить? Елку ставить? А действительно, когда? А я не знаю, заведующий ничего не говорил об этом. А в том году, не помните, Цветочек и Гай, когда вам елку ставили? Я помню, это было какое-то ноября. Кстати, сегодня тоже какое-то ноября, здравствуйте. Давайте сегодня елку поставим и украсим группу к Новому году. Сегодня? Подождите, малыши, я уточню у заведующего и все вам расскажу, когда, где и что мы будем ставить. Так, Макс, присмотри за ними, я к заведующему. Ёлочку! Ребят, ну вот так доброе утро. Вам же сказано, сейчас все узнаем у заведующего, когда, где и зачем. А сейчас давайте снежинки повырезаем. Ух ты, давайте снежинки! Только я не знаю как. А вот сейчас я вас и научу тогда. Так, я за бумагой и ножницами. Так, а теперь слушайте меня внимательно. Берем листок бумаги и складываем так, чтобы получился у нас квадрат. Лишнее отрезаем. И складываем еще. Потом складываем еще и потом вырезаем. Короче, сейчас вам все покажу. Сначала вот так. Потом складываем еще разок. Вот так. И теперь можно вырезать различные узоры. Я все поняла, сейчас все сложу. Так, ну получается как-то так. Можете придумать свои узоры. Фух, так, ребята, я все узнала. Ой, а что вы делаете? Снежинки вырезаете, вот молодцы какие. Заведующий сказал, с 20 ноября в любой день можно начинать украшать группу к Новому году. Так что можно прямо сегодня. Ура! Только есть одна проблемка. Макс, иди-ка сюда. Держите, ребят, ножницы. Только очень аккуратно, пробуйте, выстригайте. Что такое, Катя? Да заведующий сказал, что елку с прошлого года выкинули, она уже плохая была, а новую он так и не купил. Так а зачем ты малышам-то сказала, что украшать сегодня будем, ведь елки-то нет. Но заведующий сказал, мы можем сами ее купить, а он нам потом деньги отдаст. Ну так что, я тогда в магазин, или ты? Но елка, наверное, тяжелая, мне не дотащить. Ты иди, а я с малышами снежинки повырезаю. Окей. Я мигом туда и обратно. Ой, Катя, у меня что-то пошло не так. Я хотела сделать снежинку, а получился самолетик. Самолетик? Ой, и правда. Ну ничего, оставь самолетиком, тоже поиграйте. А для снежинки возьми новую бумажку. Понял, хорошо. Ой, какая шикарная, какая пышная елочка, вы только посмотрите. И уже со звездочкой. Ее, наверное, и возьмем. О, а это что за маленькие елочки? А, не, эти с конфетами внутри, таких в детский сад точно нельзя. Или подождите, или это шарики для елки, чтобы украшать? Или это вообще диспенсер? Ну тогда там точно конфеты. Подскажите, пожалуйста, а это елки или там конфетки? Это диспенсер с конфетами в виде елочки. Ну, в тему к Новому году, чтобы быстрее раскупили. Это мне не подходит. Спасибо. О, снеговики. Ну, тут все понятно. Просто красивый снеговичок. Так сказать, под елочку поставить можно. Он и не растает. Здорово. Может взять? Один или два? Или всех троих? Нет, три это как-то много, а два? Не люблю цифру два. Возьму одного, так, вот это, синенького. Фу, еле дотащился, ну что, встречайте! Елочка красавица, посмотрите какая! Ух ты, какая пышная! Еще и звезда какая красивая! Ой, а это кто, снеговичок? Ну да, как видишь. Здорово, пусть под елочкой стоит. Точно, подарки охраняет, которые Дед Мороз нам скоро принесет.
Вы, ребят, пока поиграйте, а мы быстренько в кладовку сходим. Заведующий сказал, там есть елочное украшение. Сейчас принесем. Идите себя хорошо. Поняли. Такой интересный снеговик. Из чего он сделан? А? Из ваты, что ли, такой белый? Как будто снег настоящий. Ты куда залез-то? Подожди, я хочу потрогать шапку. Ой, она пластмассовая вроде. И он тоже вроде пластмассовый, не мягкий. Эй, слезой, мне же тяжело. Сейчас. Ай! Ой-ой-ой. Ну, мальчики, снеговика опрокинули. Давайте вставайте, нужно его обратно поднять. Нам же сказали не баловаться, а вы... Ой, а что тут написано? Дрожже со вкусом клубники, яблока и апельсина. А дрожже — это ведь конфеты, я правильно говорю же? Ты хочешь сказать, что нам купили целого снеговика с конфетами? Не может быть. Почему не может? Может, это на Новый год сразу. Угощать нас будут, когда будем хороводы вокруг елочки водить. Да, до Нового года они испортятся, еще целый месяц же. А может, он это из дома принес, конфеты съел, а нам снеговика для красоты. Точно. А давайте посмотрим быстренько, что там внутри. Там конфетки. Как вкусно пахнут они. Можно я одну только возьму? Ага, сейчас. И нам по одной доставай тоже. Подождите, они же заругаются. Они нам не разрешали конфеты брать. Ну ты если не хочешь, то не бери. Ей не доставай. А сейчас, чего бы это? Давай мне тоже. Быстрее закрывайте снеговика, они идут. Конфеты спрятала. Смотрите быстрее, он стоял тут? Да, вроде все в порядке. Осталось как-то конфеты незаметно съесть. Это точно, самое главное, не успели. Ребят, мы коробку с игрушками принесли. Пишем скорее елочку украшать. Катя, да, конечно, и сейчас. А вы начинайте, а мы попозже подойдем. Так, ребята, а что такое начинается? Вы же сами торопились. Украсить елку, а сейчас что такое? Передумали что ли? Давайте тогда унесем обратно. И будем наряжать, когда будет желание. Да нет, мы хотим сегодня, только чуть-чуть попозже. Сегодня только попозже? Ну, смотрите сами тогда, ладно. Мы без вас украшать не будем. Странные они, не находишь, Макс? Все утро про эту елку. Елка, украшения. А как принесли, так уже и не хотят. Ребят, у вас что-то случилось, что ли? Да нет, она идет сюда. Пойдемте скорее к ней, пока она конфеты не заметила и не отобрала. А ты охраняй. Хорошо. Катя, нет, все у нас хорошо. Мы просто решили еще снежинок повырезать. Думаем, мало сделали. Нужно ведь всю группу украсить. Она у нас большая, тем более два корпуса же. Какие вкусные конфеты. Ой, я их все съел, пока они, воспитатели, отвлекали. Что мне теперь будет? Бро, я не поняла, где конфеты? Ты их куда-то перепрятал, что ли? Ну сюда же никто не шел, мы специально их отвлекали. Зачем ты перепрятал? А мне кажется, он не перепрятал. Посмотрите, у него целый рот забит. Ты что, все конфеты съел? Извините, пожалуйста, я случайно смотрел на них, а потом смотрю, а уже не на чего смотреть. Я их случайно съел. Ах ты паразит! Катя, Макс, он все наши конфеты слопал. Ты зачем кричишь-то? У нас же не было никаких конфет. Конфеты слопал? А что за конфеты? Где вы взяли конфеты? Опять кто-то в детский сад принес? Да нет, это не мы, это снеговик. Так, только сегодня у нас появился в детском садике снеговик, так он сразу и виноват стал, что конфеты вам носит. А? Ничего умнее, это не придумали, что ли? Да это реально снеговик, у него внутри конфеты. Мы взяли только по одной, чтобы скушать, а он съел за всех нас и нам ничего не оставил. Снеговик с конфетами? Да что вы такое говорите, подождите. Дрожже со вкусом яблок, апельсин. Ой, точно, с конфетами. А я в магазине не посмотрел. Думал, просто игрушка такая. Ай-яй-яй, малыши, опять без разрешения залезли, а? Да мы не специально. Мальчики хотели его потрогать. Уронили и сами упали. А снеговик перевернулся, и буквы там были. И прочитали. И так захотелось на них посмотреть. А уж как открыли, они так вкусно пахли. Но мы их так и не попробовали, все из-за тебя. Да извините, я не удержался, правда. Они так на меня вкусно смотрели. Конфеты. Ладно. Вы же не все конфеты из снеговика взяли? Или все достали? Нет, не все, там еще много, мы только по одной взяли. Ну вот и отлично. Тогда сейчас мы все дружно украшаем елочку, а за это снеговик дарит нам конфетки с чаем. Поняли? Ура, конфетки, поняли! А ты не радуйся, ты свои конфеты уже съел, так что это нам.
Поделим, все поровну посмотрим, сколько там. Ну, бегите скорее, берите из коробки украшения и на елочку вешайте. Но там в коробке чай в пакетиках, а игрушек нет. Мы что, елку чаем украшать будем, что ли? Как это чай в пакетиках? Да вы что? Ой, точно! Гай, мы коробки перепутали! Так, ребята, конфеты не доедать, делим поровну, поняли? А мы быстро за коробкой с игрушками. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока! Так, за игрушками. Снеговик, не давай им конфет.